Приветствую, друзья. Значит, картину я доделываю. Колесики хорошие получились, но надо там еще фигурку такую устремленную прямо. Ну и рожица такая интересная получилась. Ну посмотрим, она еще не доделанная, поэтому вы в комментах пишите, что добавить. Коллективный разум включаем. А сейчас я разговаривал с нашей Наташей Кузьминой из Беларуси. Она там сейчас. И мы с ней разговаривали. Она говорит: передай Нелли, нашему литагенту, привет. И, во-первых, я там ее уже закончила, эту книжку, буду ей сейчас посылать. И там, там же две части в этой книге у Наташи. Там часть как бы фантастическая, очень увлекательная, и как бы по методике самой. И она в своем стиле это все интересно изображает. И там, говорит, в фантастической части, там инопланетяне спрашивают у меня: а вы счастливы? Ну, и Наташа там пишет от моих слов, что я говорю, ну, сначала типа я задумался, потому что у нас много очень понятий, что такое быть счастливым, там, и так далее, и так далее. А я потом ответил, что я, значит, счастье быть собой, и я счастливый человек, потому что я делаю ту работу, не делать которую я не могу, потому что она моя внутренняя потребность. И я вообще считаю, что счастье быть собой, это именно в этом и заключается, что когда ты делаешь то, без чего ты жить не можешь. Не потому, что ты вынужден это делать, а потому, что это твоя потребность. Раскрывать свои способности, свои таланты. Да, и эти инопланетяне сказали, да, мы в этом ответе услышали то, что нам сразу сказало о том, какие вы земляне. Через этот ответ мы поняли, какие вы. Вот так вот, друзья. Так что ждем книжку Наташи Кузьминой. Нелли сейчас посмотрит наше видео. А я еще вот что хочу сказать. Мы же завтра будем делать ликбез бесплатный, очередной, регулярный. И такое название я придумал для этого ликбеза. «Как стать счастливым». По-моему, прекрасное название. Мы там сообщим, во сколько мы будем делать ликбез завтра. И, значит, все, пожалуйста, заходите. Мы специально еще объявление сделаем, так что вы его не пропустите. А насчет того, мне писали еще, вот вы такую интригу сделали о том, что вот такую фразу придумали, из которой сразу любому человеку понятно, какие последовательные действия надо совершить, чтобы получить закономерный результат. И вы это не объявляете, и еще вы не объявили почему-то, всех собрали на Телеграме, все давно ждут, когда же вы дадите этот самый антиманипуляционный ролик, чтобы мы не попадали под манипуляции. Я давно его приготовил, но сейчас вот видите, как происходит. Я задержал этот ролик специально, я вам однажды уже говорил об этом, кто-то, может быть, пропустил. Я специально задержал, потому что пошла вот эта ситуация, да? Но вы понимаете, о чем я говорю, об этой операции и все это прочее. И тут я специально задержал, чтобы не вышло, что это включит какие-то такие вот реакции. Ведь знаете, что такое тест Роршерха? Это когда берешь, например, авторучку и на бумагу брызнул, вот так вот, брызнул пятна, и каждый смотрит и находит то лебедя, то щуку, то рака, то пароход, то парусник, то розу. Каждый видит свое. Но чтоб так не получилось. Потому что наша школа, человек будущего, Homo Futurus, занимается сокращением кризисов и войн на планете, сохранением разума на планете, созданием науки человечности как общемеженародного языка. И в этом вся у нас логика нашей работы в этой школе нашей, человек будущего.
И там создаем науку человечности. И чтобы вдруг не получилось, что кто-то не так понял, кто-то воспринял это лично к себе. У нас же много стран участвует. Чтобы не получилось, что благое деяние, вдруг получилось, что благими намерениями дорога в ад вымощена. Чтобы так не вышло. Потому что я посмотрел, какие у нас комменты. Прекрасные комменты и в Телеграме, и на Ютубе. Прекрасные комменты, философические комменты, да, гуманистические комменты. Но есть там несколько еще таких комментов, которые, видимо, случайные люди, которые не поняли вообще, для чего наша школа. Ну и так изгаляются, так изгаляются. Ну, бывает такой подростковый возраст у некоторых, о котором самовыразиться надо, какую-то ерунду иногда пишут. Да, ну, поэтому я вот на всякий случай, как говорится, ликбез проведем сейчас, как стать счастливым, да, и чтобы каждый человек понял, для чего наша школа, что она просто необходима, как счастье для человека, точно так же необходимо, чтобы на земле все жили дружно. Очень важно, да, чтобы поняли, для чего наша школа. И писали именно комменты и вопросы, и предложения, именно те, которые связаны с нашей школой, а не просто для самовыражения и для разогрева там каких-то неприятных событий. Я надеюсь, вы меня поняли. Самое главное, польза наша от того, что вы получите ответы на вопросы, которые вас волнуют на самом деле, а не только для того, чтобы самовыражаться. Это вы можете делать и на всех других каналах. Да? Итак, до нашего ликбеза, бесплатного, регулярного. До встречи, друзья.